далеко на севере, на берегу океана, стояла скала, а внутри скалы находилась пещера, а в пещере большой глыбе льда, замерзший мамонтенок. Он пробыл там много веков, но однажды во время бури волны разбили скалу, и она рухнула. Лед, в котором лежал мамонтенок, растаял, и он ожил. «Мама!» — крикнул мамонтенок, но ему никто не ответил. И тогда мамонтенок пошел искать свою маму. «Сонечка, я так ничего не вижу». По дороге он встретил медвежонка. «Ты кто такой?» — удивился медвежонок. «Не знаю», — ответил мамонтенок. «Сонь, мне так не видно ничего». «Никогда не видел», — сказал медвежонок. «Пойдем к дядюшке Моржу, он все знает». Дядюшка Морж очень удивился, увидев мамонтенка. А потом сказал: «Давным-давно, когда на севере было тепло, жили здесь такие звери, но они ушли к Африку». «Я тоже хочу в Африку», — сказал мамонтенок. Дядюшка Морж посадил мамонтенка на большую дину и отправил его в Африку. И как он пел, мамонтенок? Ну, давай, моем земле, давай, моем По земле. синему морю Моей земле. плыву я на белом Пойдем. корабле, на белом моем корабле, на белом моем корабле. Плыву я сквозь волны. Маме на свете. Ты это подкачу. Я сам приехал, я закачу. Я маму твою закачу. Будь маму видеть, будь меня. Будь Мама найдет. На дочь. Меня на дочь. И так не бывает. На свете, чтобы были болезни. Да, он пришел в Африку, и его встретила обезьянка. Что она ему сказала? Ну давай, давай.